У Деда Мороза и Снегурочки горячая пора. Зимние волшебники спешат поздравить каждого ребенка с наступающим Новым годом и положить под елочку подарки. В гости к детям сотрудников ЛГЖТ с главными героями праздника отправились и мы. Очки в шубы, уши, нос, ходит, бродит. По дорогам добрый Дедушка Мороз. Добрый Дедушка Мороз со Снегурочкой стали настоящим подарком для целой компании детишек. Оказалось, что юные люберчане уже давно ждали зимних волшебников, подготовили для них новогодние песни и стишки. А возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо. Дедушка Мороз любит поиграть с теми, кто хорошо себя вел в этом году. Загадывал малышам загадки, водил с ними хороводы и, конечно, вручал подарки. Главные герои Нового года приходят в дома сотрудников ЛГЖТ по доброй традиции предприятия. Близнецы Мария и Татьяна позвали в свой дом волшебников, чтобы окунуться в чудеса всей семьей. Ну, это же сказка. И дети должны верить в сказку. Вот и мы до сих пор верим в сказку. 3 года назад, когда Евелинке было 2,5 годика, пришел Дед Мороз, тоже самое из ЛГЖТ. Все, она влюбилась в него, одевает обувь, говорит, иду с ним. Говорю, а как мама оставляешь, я приду потом. В этом году Дед Мороз и Снегурочка сделали счастливее целых 77 работников Люберецкого жилищного треста. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.